Құрма жоқ. Балдарым әлі жоқ. Мен әлі жаспын, күйеуім де жас. И пока что мне нельзя по здоровью. И также мы живем в другом городе, басқа қалада тұрамыз. Жалғыз екеуміз. Бізге қиын болады. Сол үшін Алматыға оралғанда уже будем думать насчет детей. Сәлем, Павлодара, сәлеметсіздерме, классно. Вот нам до Павлодара час езды. Насколько я знаю, везде уже включили отопление, да, в Павлодаре включили? У нас нет осылай жылы кофтами на утро, прям холодно-холодно. Мы тоже такая семья прожили, счастливы, 35 лет, классно. Видео на приватное, только гасало, потом сол музыка га... То есть... Сындым, рахмет, попробую, обязательно, может так и получится. Кипец, классно. Так. Сейчас пока на рынке уже отопление есть. Скоро до вас дойдет до центра. Блин, я очень жду, когда у нас включат отопление. Вытесок. Маган лайк поставит, панзер, кто мне ставит лайки, очень приятно, мне очень нужно набрать 10 тысяч, я буду вам безумно благодарна, просто безумно. И покажу вам какую-нибудь классную вещь. Давайте пока покажу. Три пары духов. Это на зиму и на осень. Кому-то не нравится, но я обожаю прям. Кондер спасает 30+, классно. Привет, Сали, медь в дерьме. Ко мне сибжатр. Они просто, они шикарные. Кто-то их не любит. Wildberries? Нет, конечно. Эти либо в золотом яблоке, либо в Монами. У тебя муж казах? Да. Муж казах. А еще многие такую практику делают, что они на волосы брызгают духи. Но, насколько я знаю, это очень вредно. Это сушит очень сильно. Мен лагман тесап. Лагман будете делать? Ой, что я скоро тоже сниму видео про лагман. В чем сила? В трудолюбии. В стойкости характера. Казахшада сөйлеп беріңіз. Просто орысша сөйлеп кеттім. Если тут есть казахская аудитория, тоже можете писать на казахском. Қазақшада, орысшада, екі тілде парақшамды жүргізем. И эфирді тоже екі тілде жүргізем. Вот поэтому кому как удобно. Это так круто, что у нас почти все знают два языка. Это так классно. Еще хочу очень сильно выучить английский. Мне почему-то тяжело дается. Очень сильно. И хочу выучить турецкий. Турецкий фактически мой родной язык. Надо выучить. Кому не жалко, можете отправить мне подарки. Мне будет очень приятно. С какого города? Вообще с Алматы. 18 числа назад в Алмату возвращаюсь. И ненавижу перелеты. Я постоянно туда-сюда летаю. Блин, я вижу, что вы ставите лайки. До сих пор. Очень приятно. Надеюсь, наберу 10 тысяч. Моя бабушка турчанка. Я считаю, что нужно знать язык. Если ты... У тебя есть эта кровь. Неге сені қазақ жігіті алды, неге қазақ қыздарды алмады шошқа. Знаете, у меня муж где работает? У меня муж работает в прокуратуре. Осындай сөздерді, когда пишете, так, заскринила ваш аккаунт. Это, кстати, как нацизм расценивается. Так что ждите. Том Форд, «Черная орхидея», послушайте на зиму. Я люблю Каролина Эрейра из вот таких. Том Форд я вообще не понимаю, если честно. Вообще. Пугаю, не пугаю, есть слово «закон». Поэтому по закону надо жить правильно. Так, Том Форд, у меня у мужа духи, меня от них тошнит. Слишком какой-то запах тяжелый. Но да, на Живанши похоже сильно Том Форд. Именно по сладости. Очень сильно похож. Так.
Кымне сеп жатыр. Осталось совсем чуть-чуть до 10 тысяч. Будет очень приятно, если мы сейчас их наберем. Молекулы все обожаю. Молекулы, даже если честно, не слышала этот запах, не слушала. Мне кажется, классный. Сен ана қызы емессің ба, я? Қандай? Так. Оян қазақ киносына бардыңыз ба? Уже отвечала на этот вопрос. Вообще не знаю, в семье есть кинотеатр или нет. Кажется, в семье нет вообще кинотеатра, если честно. Слушаем Бархан Чохпан. И вообще я в кино хожу один раз в два года. Маған вообще на Тұрған жоқ. Ам жалыма деп жүрген. Я, мен. Это мой аккаунт. Это мои видео. В семье казана синема хорошие. Все. Блин, тут хотя бы один кинотеатр есть? Я думала, если честно, что здесь вообще нету кинотеатра. А еще, кажется, тут нет зоопарка. Да? Зоопарка здесь нету? Мне так хочется куда-то сходить здесь, и постоянно только парк, остров, басқа жерге вообще бармаймыз, или кафе. Сидела на диетах? Давно сидела, лет 16, қазір жоқ. Ұлтын орыс па, әлде метис, метиском, биологический центр бар. Ол қай жерде не видела никогда. Три на Ауэсова әлем, Дастан на площади Қазына. А они хорошие? После алматинского, есентайского кино, мне кажется, мне тут не понравится. Фамилия Нахметова, ол күйемнің фамилиясы. Есть биологический на острове. Ой, спасибо, надо будет сходить туда, я не знала. А он сейчас открыт в октябре, я имею в виду? Или он только летом работает? Отец или мать казахи? Мен казах меспен. Там есть львица, да, открыт сейчас. Блин, спасибо большое, надо будет сходить. Реально? Почему? Я была уверена, что тут нету. Я видела какой-то кинотеатр, мы искали с мужем, и там билеты у онлайн-расписания было как деревянными досками, и мы такие, чок. Акен қай ұлтсонда, оның мамасы түрік, папасы орыс. Вот. Ал мамамның жағынан мамасы татарка. Папаса, орыс или, возможно, поляк. Если честно, они сами не знают, потому что в Советском Союзе всех писали как русские. Про олардын корнисы Польшадан болды, а бабушка вообще детдомнан болды. Потому что во время Советского Союза ее родители куда-то репрессировали и в детдом отправили. Поэтому ее нацию никто не знает. И ее записали как русская. Хотя ата Элла. Исламды қабылдадыңыз ба, жоқ? Мужа покажи. Муж на работе. Муж работает. Тяжелая судьба у них. Да, жалко людей с того времени.